Чвартин, я сейчас спала майже 4 дні, а потім поїхала до Польщі. І поїхали потягом, наприклад, від Києва до Львова. Київ-Варшава поїзд. Це був евакуаційний рейс. Тобто це безплатно, це евакуаційний рейс. І дуже дорогі були на потягом? Ну, очевидно, що дуже дорогі. Так, в купе на 2 чоловіка, в двохмісному купе їхало 9 чоловік і 2 собаки. 9 чоловік, 9 особ і 2 пса. І так в кожному. І в кожному купе. А чує, що вам це забезпечує? Чувствуєтеся в безпечності зараз? Так. Ну, тільки єдине, що знаю, що Путін може і далі. Не дай Бог, как бы, ну, как все в мире, не знаю, чего от него ждать. От здесь сам просто спокойно. Просто так объясните, мама, да, ну, как бы, ну, это потому что... Здесь хорошо, да, да, здесь хорошо, спасибо, ну, как бы... Да, еще раньше достаточно, это, конечно. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спокойнее еще же я? Ну, да. Спокійно лягли, спокійно встали, а там вже сирени, по 2 години в нас сирени, так? Страшно, страшно. Питання на пропажу написано про правки, підписи у баку, які зараз є на Тайвані, на Україні. Тільки він наширував. Давно я мужчину обнімала, о, давно! Але зараз зробимо шипа, вона була та пані, а от інша пані пекла. А є ще пані пекла. Добре, на працю для цукерника. На працю для цукерника. Скільки пані є у тебе? Вчера. У меня еще донька есть дорослая, 23, но она самостоятельно в Данцику. Тоже приехала с тобой? Да, но она уехала в Данцик, устроилась в Пранси и живет в Данцику. Он шучу ест, а вот в Украине, Тарас? Как там чувствует? Одиноко. 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 Дома. Кстати, в резерв. Да, в резерв. Он просто, я стою с полным резервом, да. И просто сейчас мы живем в зону, там, и спецработные, и потом же проключили целый час, и не там мы с ней роби. Застал повуане, а я не смогу такие повуане, пишу, другу, чеки, четвертый стопень, и он есть, для чего есть допирать, там, да, уже на 50 лет. Ага, для того, что на 50 лет есть, как бы, в резерве целый час, чили в такой готовности до варки, на тогда, когда будет потреба, натомiast jakby obecnie cały czas czeka. Jak dostaje jedzenie albo coś? W magazynie, co? Ja jestem po prostu w magazynie, to powiedz... Uże da, czas jest wszystko. Jest jedzenie, jest wszystko. Czy muszą płacić to jedzenie, czy... No tak, czyli tak, ale tego, że kupuję na sklepu. Romanik po prostu jest jako jeden z obywateli, żeby... Tak, ale jeżeli nie ma pracy, nie ma dochodu. A za co? To вот работа в Польше, есть какие-то накопления. Пока последние накопления. Я пишу локаты. А неделя кончится? А я сейчас кончился. Когда закончится деньги. А с бережением? Нет. А пани рахуя, чи не? Мама. My father there, and three of our dogs, unfortunately, we have to leave them there. Okay, and what your father is doing there at the moment? Like, does he live in your home, or he had to move out, or he had to go somewhere else? Unfortunately, I didn't hear anything from him. And since the time you left, you haven't heard it? And how old are you? I'm 26. 26 years old. You're looking like 18 though.
So you were studying before the war, or? I was working. Oh, you were working. What you were doing? I was working in IT company. I'm a support manager and mm-hmm. several languages. I know also Turkish besides Russian, Ukrainian and English. Wow, wonderful. So what is your plan? I mean, what do you think? How you look at the future? It's very hard to plan because I don't know what it's going to be like even here far from home. First, for us, was very important to feel comfortable, like nobody gonna kill us anymore. It was very challenging to hear in silent sirens, and before we left I was going to pharmacy and to the markets. It wasn't good to be outside. Mm-hmm. We shouldn't be outside, but we needed things, so we had mm-hmm. to go outside, but it was scary. And for now it is behind, but we are not scared for our life anymore, but it's hard to look to the future, to be honest with you. А кто застал дома? Дома есть родные. Ну, мама и сестра выехали, а там остались моя бабушка, брат, тетя. Они там еще. Ну, территория нашего города оккупирована со 2 марта. Жили практически в подвалах, потому что у нас не было отопления, света. Бывало, что воды. Собирали снег. Не было ниц, ни воды, ни шарфа, ни ниц. Собирали снег. Вообще напрочь. Никто там не сподевал. Ну, это я, например, когда училась еще в школе, то у нас еще были соседи, ветераны войны, нашей. То есть Вероника уже у нас был один дедушка, ему было 96 лет в нашем подъезде. Mm-hmm. И мы приходили к нему в гости. Мы еще слышали рассказы про ту войну, как это было страшно, и мы всегда удивлялись, как там люди голодные были, или какие-то смерти видели прямо на глазах. Это было, невероятно. Да, это, как-то ты слушаешь, но ты не понимаешь этого. И человек, который не видит это, он не может это понять. И это нормально, потому что те ощущения, которые испытывает человек, он только, это как бы прочувствует, и все. Понимаете, да? У нас игрушка немножко сломалась. Где вы учите в Чечне? Знакомых. Месяц мы жили в квартире. У поляков. Да. А ваш дом еще стоит, или нет? Да, вроде да. Школа рядом, попадание, поликлиника, стомат рядом с нашим домом. Тоже еще дом, все как-то надеемся, что будет целый, что будет куда возвращаться. На рождение царапура. Да, вот вообще еще спокойнее, чем не спокойнее, да. А сегодня три прилетело? Так, сегодня и школа минировали, и так, то мы... Еще у нас доведили еще. Как попали к нам? У Трюши, то помогли. Он знает, что Лени Граховский. А их сколько у вас? Пять. Пятеро. Да. Окей. Только же малютки детско спознал, он тоже. Да, так. Окей. Все добре. Добре? Да. Добре еще мешка? Дякуємо вообще. Так? Все є в порядку. Мові вже дякую, що все є в порядку і добре, і дуже сам. Так, все так вам повів, бо то є правда, так. Хто з родини застав в Харкові? Чоловік, син. Маша. На війні. Президенти. Кожна має свою історію. Кожна. Кожна історія. Так.
wszystko przez serce i to jest, no, trudno. To się jesteście w kontakcie? Z mężem, ty w kontakcie z mężem? Do, wszystko dobre. Ile syn lat ma? Skóry syn. To jest chyba 10 lat. Wieku mojej córki, mam córkę w tym wieku. Ja doczka tego, nie doczka tego, że... Do ostatniego były tam. До последнего были там они, крайнего. Я не хотела ехать, хотела быть до последнего. Только же есть безопасность, это важнейшее для безопасности детей. Важнейшее и здесь буквально приехать.